Жареная свининка готова, можно в принципе... Откатывай свою готовку, мы сейчас с тобой продолжаем делать челленджи. Правда, я один сегодня, Чарик заболел. Нас двое, как видишь. Что? Ладно, я шучу, это просто веселый скин от подписчиков, которые скинули по моей просьбе в Телеграме, собственно, я хочу что-то с этим... Очень веселый скин, мне хотелось с ним что-то снять, вот, теперь я таскаю с собой мини-райма. Понятно. Огурмак. Ну, что, Влад, у нас сегодня? В прошлом челлендже я вас сделал на ура, а сегодня... Сегодня тебе выдастся намного сложнее, потому что тебе предложили победить меня... Только с помощью взрывных растений. Опа! Ты подожди. Растения. Мне кажется, взрывные. Это очень тяжело. Да нормально. Я уже, в принципе, и готов даже. Правда, только мне нужно выбрать. У меня тут ограниченное количество слотов, поэтому будем выкручиваться, исходя из этого. У меня есть тут карточка гриба судьбы, карточка ледяного салата, кабачка, вишни, халапеньо. Все взрывные. Но поскольку у нас день понадобится еще кофейное зерно, картофельная мина и, не знаю, карточка ледяного гриба взять мне или карточку стены ореха. Вот это хороший вопрос. Я возьму, наверное, его, чтобы... Просто у меня было время задержать твои волны. Ну что ж, Влад, дай мне немного времени подготовиться, а то я полностью очистил свой огород от всех каких-либо растений. Даже подсолнухов не осталось. Я вижу. Давай, я жду, а я-то уже готов, поэтому я просто буду спать. Спать он будет. Как? Спать. Так, засаживаем картофельные мины. Это самое дешевое и одно из самых практичных растений на сегодня. Так, карточка ледяного салата тоже может пригодиться. Главное сейчас засадить как можно больше подсолнухов, чтобы все разом не потратить. А еще гриб судьбы. Один из самых мощных растений. Да, наверное, самое мощное. Только вот места мало и разрушает мой огород, поэтому с ним нужно быть поаккуратней. Фига, ну-ка я сюда, наверное, еще стенорех. Не знаю, в каком порядке буду все это расставлять. Влад, ну что? Все, я поспал уже 5 секунд. Мне надоело, если честно. Поэтому я начинаю прямо сейчас. Бэмс. Но ничего, у меня получится. Тем более ты сегодня один без чара. Да, ничего страшного. Опа, я вообще... Два удара, и твои зомбари отлетают. Смотри, проще простого. Так они даже подойти не успевают. Отойди ты, может. Что вообще смысл? Раньше не было такого, чтобы зомби без головы долго шел. А сейчас прям, смотри, прям охотится. Что-то надо как будто бы побольше сделать. А то ты вообще их сам убиваешь, и все. А до растений-то кто дойдет? Так, я действительно... Ну давайте, ребятки. Не, подожди. О, куда ты столько наспаунил? Подожди! Так. О, блин. Отлично. Я думал накопить хотя бы немного, такой накопительный эффект. Ладно, сейчас будем расставлять, подсолнухи там ставить. У меня есть теперь вот такие конусные, ой, друзья. Ребята, вы попрочнее будете. Так, окей, хорошо. Ай, конечно. Мне не хватает солнышек. Давай, хоп. Нет, что? Ни по кому не попал? Мимо прыгнул. Он реально мимо прыгнул? Это какой-то прикол? Походу. Не знаю. Наводчик контужен. У меня даже нет времени нормально расставить все. Так, окей, ладно, я взорву этих, а этого просто так добью. Ну и все, финальный пошел. Финальный? Те, смотри, я его сейчас убью до того, как он заспавнит зомби. Ну что, Влад, свободен. Ладно, сейчас посерьезнее. Где у меня там ведро огромное? Первая волна действительно простая. Пока что хватает одного меча, которым я могу пользоваться как-никак, потому что он усиляет мои растения. Да и в принципе, как меч, он сам неплох. Вот только бегать, засаживать все вот так вот очень тяжело. Да и тактику какую-то надо выработать, потому что когда подходит к стене ореху, в принципе, нужно спавнить кабачок, который сразу раздает нескольких зомби, а не одного, чтобы так было продуктивнее. Даже на самом деле солнышки это не проблема. Сейчас я быстренько насажу тут 1-2 ряда, и у меня будет настолько много, что на следующий челлендж хватит, который, кстати, вы можете тоже придумать в комментарии, написав. Не забывайте об этом. Вся беда лишь только в том, что перезарядка моих растений очень долгая. Так, я где-нибудь фигану сюда гриб судьбы, рано или поздно может пригодиться. Активирую его подальше, главное, чтобы не взорвал остальные мои растения, да и дом мой тоже не тронул. Неплохо. Потихоньку все успеваем, по чуть-чуть, довольно успешно. Ну, слушай, действительно неплохо, да, как ты и сказал. Ну и у меня парочку новых зомби тоже есть, так что не расслабляйся. Давай. У меня тут как раз подготовлены для тебя халапеньо и вишни-бомбы. Чепс. Пошли, родненькие. Так, и на вторую сторону тоже надо одного. Нет, хотя бы пустить. Я, поскольку все-таки с одноразовыми сегодня бомбочками, со всеми растениями одноразовыми, мне действительно нужно экономить их. Если могу убить зомбаря, то лучше убить. Так, а вот тут у тебя картошечка стоит. Ой, какая картошечка? Орешек куда? Стоит. Ну-ка, пога, вперед! Ой, куда? На! Раздавил или что? Что? Меня... Просто бабахаются там, тут, сюда, туда. Ну-ка, пога. Пога. Чепс. Ай, взорвался. Ну ничего. Пацанов, тяжелая артиллерия. Ты понял? Есть. Ну ты вообще сумасшедший. Ладно, еще парочку так, надо. Так. Троечку. Парочку. Смотри, как мы с ними смешно разберемся по-быренькому. Смотри, ты сейчас офигеешь. Вот так вот. Одним кабачком. Ну-ка. На! Ой. Ну, ой, хорошо попал.
То есть плохо, блин. Так, ведро мы тоже сломаем. Блин, без горохострелов действительно жизнь не сладкая ни капли. Вообще, ты теперь сам просто отстаиваешь. Никакие растения. Это уже не растения против зомби. Это уже градус против зомби. Подобрать солнышки, не забывать про них. Если так чисто для красоты стоят как будто. Да, для видимости того, что мы вообще растения против зомби тут играем, как бы, а так они просто функционал никакой не выполняют, действительно. У нас еще появились в доме специальные такие штуки с прокруткой, из которых можно за солнышки выбить что-то, но шанс там получить что-то невероятно хорошее очень мал. Перезарядка действительно долгая, а там можно одноразовые карточки получить. Ультую и с флагом последний. Так, бэмц! Давай. Бэмц! Видел? Ну ты че, нифига себе! Бэмц! Улучшил растение. Как так вышло? Как ты одним во всех попал? А вот так вот, это у меня кабачок волшебный. Кабачковое рагу, я это назову. Один кабань рагой, другой кабачко. Я медвежье. Все, не смешно, мне с тобой нельзя смеяться, мы с тобой враги вообще-то. Да ладно, фу. Ладно, все, Влад, это ж дружеские соревнования, челленджи от подписчиков с растением против зомби, как в старые добрые, только с некоторыми условностями. Вообще не так, я здесь за победой. Ну тогда сейчас тебя кабачок раздавит. Пока. Так, ребятки, пока неплохо у нас идет все. Сейчас мы подберем еще солнышки. Так, здесь у нас, в принципе, особо никто и не заходит. Можно посадить картофельные мины. Вот, вот на этой половине как-то меньше всех. Так, чтобы это не стало нашим слабым звеном. Давайте тоже здесь что-то рассадим. Правда, мне гриб судьбы вообще страшно сажать без важной на то причины. Я вот что понял. Наверное, знаете, когда уже все плохо, нужно действовать радикально. Поэтому грибы, грибы судьбы будут тут. О, что? А зачем? Он тебе подслушивает. Уже. А чтобы а вот мне интересно твои если планы. Прорвешься, я уничтожу все. Это тактика выжженной земли. Ни тебе, ни мне. Я вижу Дэйва. Где? Сладенький. Да там в окне был. Так, ну все, сейчас тогда надо точно пробиваться, потому что Дэйв это наша цель. Погнали. Дэйва не трожь, Дэйв хороший мужик. О, да здрасте, а что это ты таких слабеньких заспавнил? Я их за два удара выношу. Так, подожди. Так. Мы сейчас по этому самому да, не, по волнам пойдем. Подожди, подожди, ты что-то сильно разгорячился. А ну-ка, тихо. Ой, это ты слишком разгорячился, взорвался. О, Пог, это живучий. Да. Куда? Но где? Тут и подступают следующие так, ядровые. Так. Бум. Ой, как обидно. Фу, тогда как... что насчет футбол поиграть? О, что? Да я только потратил все свои крутые штуки. Вот именно. Опа, раздавили. Хорошо, правда, не того, кого надо так, было. Так, вот эту волну можно снести. Во, можно, спасибо, эту сторону тоже надо нападать. Куда? Так. Там две картофельные мины надо... О, картошки одной не умирает. Он не умирает, с одной картошки нужно две. Так, а он так. Ест, смотри, стоит. Так долго я буду футболистов фигачить, ёшкин. Конечно, будешь долго. Ладно. Пошли, пошли, родные, давайте, еще давайте. Бетти. Так, ладно, Бетти. Этого добили. Бетти, моя Бетти. Так, Бетти, кто Бетти? Ой. А это ты так сказал. Ну, еще тоже не конец, смотри-ка, дружочек ваш пришел. Куда ты безумного футболиста, этого мужика? Вообще не завалить. Фига. Да. Это... Нифига он сильный. Он очень прочный. Невероятно. Так, а что у меня? Огусов еще. Халапеньо у меня нет? У меня нет еще халапеньо. Нет, он почти броню им съел. Ну, тебе остается только мечом драться. Ну же, добивайся. Все. Нет. Ну ладно, он хорошо простоял, хорошо. Перезарядка халапеньо очень долгая. Кушайте, кушайте, мои родненькие. Что, мне даже зомби не выпадают от твоих волн, которые можно потом на улучшение растений. Но не переживай, это уже последний. И флаг, заканчивай волну. Так, ладно, кабачок один на всех. Сюда. Чуть-чуть ножа. Вот, есть. Тудыщ. На. Очень. Ты опять забыл, на чьей ты стороне? Да, они так хорошо шли. Да. Я помню, что растения хорошие, а я думал, что я хороший. Хороший, Влад, хороший. Знаешь, как попугай говорит? Хороший, Кеша, хороший. Что делать? Вроде все хорошо идет, а в моменте бац, и уже никого нет. И проигрываем. А может не Гаргантюа взять на следующий раз? А знаешь, я так и сделаю. Готовься. Да откуда у тебя Гаргантюа на следующую-то волну? А сейчас будет, сейчас увидишь. Рано, подожди. Это... Вторая серия, у нас уже Гаргантюа. Все верно. Все, я готов. Что, ты уже готов? Готов. А, я готов. Блин, ничего не сделал, уже готов. Это легко, блин, тебе. Это не как у меня. Ну так вот. Пока рассадишь. Да мне с ними чисто пообщаться и все. Пообщаться, ну, конечно. Мне им пообещать мозги Дэйва, потому что это самый главный изобретатель в этом мире. Поэтому они вообще ради такого лакомого кусочка на все готовы вообще. Да. Все, погнали. Погнали, хорошо, я даже ждать не буду. У меня все. У меня все схвачено. Давай, тогда флажок вперед и погнали. Сначала начнем с армии зомби. Хороший зомби, добрый.
Добрый зомби Черт. Попался. Мне главное меч не сломать раньше времени, потому что если на сегодняшнюю серию я его сломаю, я буду без него. Да скорее бы уже, чтобы за тебя чисто растения сражались. А, чищ, подожди, ты куда мои подсолнухи жрешь, говнюк? Эй, чтобы не было солнца. Это так, тактика. Так, мы еще тактику так, придумали так. Себе новую. Эй, нету халапеньо! Что-то делать? Охулеро! Халапеньо! А, сколько у тебя футбольных? Давай, это гол, ребята, это гол! Оп! Ой, я случайно выкинул что-то туда. Не достало. О, а оно его убивает прям так, ваншотит. Кого? Футболиста, вот это твоя перчевня. Перчевня, к сожалению, нет. Приходится двумя способами. Футболистов слишком прочная броня. Фитболисты. Заморозить фитболиста, чтобы он не атаковал. Больше никогда не буду принимать такие участия в таких челленджах, где у меня будет всего лишь одни одноразовые растения на один удар. Согласен, это очень тяжело. Но тут вырывается командир команды футбольной зомби. Да куда он? Пускай он идет в пень на пенсию. Он уже старый, у него уже колени не працуют. У него не рабочие колени. Думаешь, за то вот этот новенький абсолютно. И что, он стоит на месте, ничего не делает. Ну ты просто все испортил. Блин, у меня меч реально скоро сломается. Походу придется к артиллерии тяжелой предпринимать. Давай. Вот, блин, зомби сейчас лежат и говорят, блин, я сейчас старшего брата позову, а старший брат и приходит, вот так вот. Серьезно? Конечно. Старший брат скоро закончится. Страшный брат, я бы сказал. Ой, страшно не то слово. О, давай. Не, меч мой. Что-то пока конца и близко не видно, честно говоря. Сейчас еще погиса, чисто мелому. Нет, главное не трогайте мой гриб смерти, жизни, добра и зла. А что с этим стало, почему он затупил? А он ест, стоит. Смотри, он разве ест, он нифига не делает такое впечатление. Так, все, он сейчас закончится. Смотри, бабах, лежать. А что ты сделал? Я его убил, я его контузил. Не бойся, уже финал. Осталось всего лишь победить его еще раз. Да какой, ты понимаешь? Ага. А тебе за ним, друзья. Мне вообще тяжело, пойми меня, Влад. Я тут райма таскаю на своих плечах уже затасканных. Я прекрасно понимаю. Сюда раз, взрыв, сюда два. Да не туда же. Три, а нет, попал, хорошо. Ты куда в дом мне кинул его? Опа, малютку. Так. Реально удобно, прям в дом. Так, пока. Все, я его ушатал. Ну все, с флагом пусть идет последний, завершающий, так сказать. Надеюсь, это последний вообще на сегодня. Здрасте, приехали. Не, еще волна у нас будет. Сейчас мы еще с тобой встретимся. Последняя волна. Готовься к ней максимально, потому что я тогда принесу. А я не скажу, чтоб ты не знал. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Возможно, мне придется даже пойти и воспользоваться автоматом, который... так, ладно, это мы сюда. Я думаю, у Влада будет на следующей волне не слишком много зомби. Скорее всего, опять припрет сюда парочку гаргантюа. Ну а как мы знаем, 2 или 3 взрывных растения на гаргантюа достаточно, чтобы его уничтожить. Дэйв, ну ты куда спустился, дружище? Экстра энерджи слот, блин, я бы купил, но не могу. Так, ладно, у нас вот здесь я еще вам не показывал, но уже все готово. Значит, здесь я могу что-то выбить. А, нет. Оно что, не работает? У меня отсутствуют лотерейные шансы. Почему? Я что, не могу? У меня нету шансов даже. А, когда? Ладненько. Прибежал. Это звук твоего проигрыша. Развеселый колбаса. Колбастер. Колбастер. Ну, погнали, начинаем с флажка. Да какой и флажок? Сразу я хочу вызвать сразу же такую вот огромную орду. Не. Нет, да нет! Да блин! Сразу уничтожили гриб жизни. Да, ты ж понимаешь, что дальше гаргантюа будет еще. Да какой гаргантюа? Я вообще думал, у тебя слабых зомби здесь не будет, а это слабачки какие-то лютые. Не, так это ж надо просто, типа, у тебя позабирать силы лишние, чтобы ты не был полностью готов. А, прыгуны фиговые. У меня уже 10 тысяч солнц, мне уже даже подсолнухи не нужны от слова совсем. Сколько? Да, нифига. Я даже не шучу. А если пару футболистов, мне кажется, они тебе очень поднасрут. Что сделают? Нагадят тебе. Развеселят меня, я понял. Да. Видимо, на последний день реально придется тактику выжженной земли делать. Как это? Не надо. Ну, блин. Ты тоже проиграешь. Нет, не проиграю. Моя цель, это главное, чтобы выжил Дэйву. О, Дэйву. Так что, если в дом зайдут, я фигу, что успею сделать. Влад, какого фига он вообще появился? Это так смешно. О, вот это, надо пока эту сторону докушать. Давай, брат. Кто? Да как? Куда? Так, ладно, все. Нет, так и куда? Зачем я это сделал? Это последние зомби, не переживай. Очень на это надеюсь. Я уже 2 гриба взорвал за сегодня, а у меня еще остался один. Меч! Один? Сколько прочности? Я не могу уже больше его использовать, если хочу победить. Ой, это были последние перед нашими двумя братьями. Что? Приветствуем! Да!
Гарганчуа, братва! Пожалуйста, нет. Как, пожалуйста, нет? Уже, да, уже, да. Так, ладно. Есть тактика галактика на миллион у меня. Заморозил. Да этих ты куда? Да это просто, друзья. Просыпайся, дружище, просыпайся. Нет времени спать. Опа. Нет времени на отдых. Так, этого уничтожили. А это хорошо. Одного только, так. Второго давай забрасывай, забрасывай. Вот. Это тоже недолго протянет. Уничтожим его красиво или как? Да не надо красиво. Эй, ты дурали, иди сюда. Иди сюда, да. Да не победит он, не победит он. Смотри, он тупой. Чё он встал? Реально, чё он встал? Алло, мы тебе не мешаем? Братан, ты как? Нормально? Ну все, Влад, смотри. Что это такое, интересно? Бред, просто бред. Выпусти меня. Вот. Ладно, что, еще остались зомби? Нет, не остались. Ну все, тогда давай пожмем руки. Бобриная смелость, конечно, достойна уважения. Но градус и мини-райм на его голове победили. И вот уже получается 2-0 в мою пользу. Да это нечестно. Это, я не знаю, они тупят, ты видел? Он просто взял и встал. Мне надо с ним еще это пишите, пойти ребята, обучать. Пишите, ребята, свои челленджи в комменты. Ставьте лайки. Давайте 20 тысяч лайков, чтобы следующий видос с челленджами вышел быстрее. Всем удачи, всем пока. Пока.